Чтобы удалить варикоз современными инновационными методами, некоторые прагматичные европейцы, а также израильтяне, предпочитают сегодня воспользоваться услугами Московского флебологического центра. Повторим еще раз. Чтобы удалить варикоз современными инновационными методами, некоторые прагматичные европейцы, а также израильтяне, предпочитают сегодня воспользоваться услугами этого Московского флебологического центра. Раньше, чтобы удалить варикоз эффективно, безопасно и с гарантией, россиянам приходилось ехать лечиться в Европу или Израиль. Теперь в московской клинике проходят лечение пациенты не только из городов России и стран СНГ, но и пациенты из Израиля и Европы. Почему? В Германии и Израиле стоимость современного лечения намного выше, а качество проводимого лечения в Москве не уступает лучшим зарубежным клиникам, а по некоторым параметрам и превосходит их. В зарубежных клиниках выполняют один в один так же, как мы выполняем. В клинике имеются все виды самого новейшего оборудования. Применяются все виды современных медицинских технологий. Работает коллектив опытных специалистов, экспертов в области флебологии. Сегодня не нужна реабилитация. Не нужно прекращать свою трудовую деятельность. Пациент клиники сразу после процедуры удаления варикоза может идти и заниматься своими делами. Пациент буквально встает на ноги, становится активным сразу же после окончания лечения. А теперь обо всем по порядку. Сегодня наступил новый век в удалении варикоза. Эндоваскулярные методы стали настолько совершенными, что без единого разреза, шва и общей анестезии стало возможным безболезненно удалять варикоз при любой стадии и в любом возрасте. Методика лазерного удаления стволового варикоза по немецкой технологии BioLitec является одной из самых уникальных и применяется в наших клиниках уже много лет. Называется эта процедура ЭВЛО – эндовенозная лазерная облитерация вен по немецкой технологии BioLitec. Радиальный световод BioLitec вводится внутрь вены через небольшой прокол, после чего происходит заваривание вены изнутри мощным лазерным излучением. Энергия лазера регулируется электроникой BioLitec, а равномерность протяжки лазера вдоль вены обеспечивает экстрактор лазерного волокна. Другими словами, осуществляется полный контроль всех важных параметров в процессе проведения эндоваскулярных процедур. С появлением методики BioLitec врачи впервые могут давать гарантию на проводимое лечение, чего раньше сделать было невозможно. Это достаточно серьезная технология в руках того врача, который это все производит. Мы коротко рассказали вам про технологию ЭВЛО. А теперь расскажем о технологии РЧО, или радиочастотной облитерации вен. РЧО похоже на лазерную облитерацию всем, за исключением одного – способа воздействия на вену. В РЧО нагрев вены осуществляется не лазером, а высокочастотным излучением, таким как в обычной микроволновой печи. Опытные флебологи нашей клиники применяют оба этих метода облитерации и для каждого конкретного случая выбирают самый наиболее эффективный способ. Мы рассмотрели методы удаления стволовых вен, но есть еще и поверхностный варикоз. Небольшие венозные узелки, сосудистые звездочки и тому подобные неприятные дефекты. Обязательной процедурой, завершающей ЭВЛО и РЧО, является мини-флебэктомия. Мини-флебэктомия – это удаление множественных поверхностных венозных узелков и небольших вен через прокол с помощью крючков варади. Вся процедура выполняется под местной анестезией без разрезов, а значит и нет уродующих ноги швов. Техника мини-флебэктомии, разработанная и внедренная профессором Золтаном Варади, является стандартной методикой во всех странах мира. И, конечно же, является стандартной процедурой в нашей клинике. Но есть и еще один метод удаления поверхностного варикоза. С появлением пенной формы склерозантов и устройств таких как веновизор, современная эстетическая склеротерапия стала в несколько раз эффективнее. Веновизор позволяет врачу с помощью камеры тепловизора как бы заглянуть под кожу пациента и провести процедуру склеротерапии с максимальной эффективностью. Эстетические флебологи нашего центра с помощью современных устройств сделают ваши ноги красивыми и здоровыми.
Теперь это стало еще доступнее. Инновационный метод лазерной облитерации вен появился в России в 2005 году. Именно тогда доктор Летуновский, известный московский флеболог, начал заниматься развитием и внедрением новых методов лечения в России. За эти годы был создан коллектив клиники и приобретен колоссальный опыт в безоперационном методе лечения варикоза. Через руки доктора Летуновского и его коллег прошли несколько тысяч пациентов, которые были избавлены от проявлений варикозной болезни. Опыт этих врачей является уникальным. Огромный врачебный опыт и современные технологии являются важными составляющими качественного, эффективного и безопасного лечения. Приходите, мы помогли уже тысячам людей по всей стране. Поможем и вам!